Чистые берега столицы округа решили подарить ученики городских школ номер 1, 3, 4, 7 Ненецкой школы имени Перерки. Они собрались накануне празднования Дня округа в субботнее утро, чтобы очистить берега вдоль Печоры от мусора и отходов потребления и производства. А как тебя зовут? Виолетта. Виолетта, а что ты вот делаешь сейчас? Собираю мусор для акции «Чистые берега». А что это вообще за акция? Расскажи, пожалуйста, нам. Это акция для того, чтобы люди собирали мусор, чтобы были чистые берега у Печоры. За последние несколько лет акция «Чистые берега» стала уже доброй традицией. Вот и сейчас молодежь округа не осталась равнодушной к экологической проблеме, и, вооружившись перчатками и мусорными пакетами, волонтеры вышли на приборку пляжей в районах Качгартинской Курьи и Гидроозера. Ребята говорят, природа сама о себе не позаботится. Самое лучшее воспитание – это личный пример, считает Наталья Пономаренко, и поэтому вместе с ребятами также встала в ряды волонтеров. Если посмотреть вот туда, у нас там очень с большим энтузиазмом ребята, знаете, под таким лозунгом «Археологические раскопки». У них какая-то находка ассоциируется с каким-то таким открытием. Поэтому им это очень нравится. И хотелось бы, чтобы мы, например, не только вот к Дню округа такие акции делали. Да? В прошлые выходные у нас ребята ходили в лес, 9 классов, тоже на уборку леса чистили. Потом у них еще была такая культурная программа, играли. Но хотелось бы вернуться, вот как в прошлые года, когда еще я была молодая, вот в таком же возрасте, чтобы мы еще немножко занимались озеленением территории, прибрежной территории, укрепляли берега. В этот раз, по словам организаторов, ребят, изъявивших желание, оказалось очень много, что не может не радовать, ведь цели подобных акций гораздо глубже, чем могут показаться с первого взгляда. На самом деле, самая главная цель, чтобы у нас выросло поколение, которое не будет мусорить на улице, вот в принципе все, не будет окружающую природу загрязнять. После уборки весь собранный мусор будет централизованно вывезен на свалку работниками «Чистого города». Но организаторы обращаются к жителям города почаще проявлять инициативу и самостоятельно выходить на уборку территории родного города. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, телеканал «Север».